Итак, считанные дни остались до грандиозного спортивного события. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в жемчужине Сибири с 27 марта по 4 апреля. И вот хорошая новость, друзья. У зрителей телеканала «Тюменское время» будет возможность смотреть в прямом эфире на 21-й кнопке трансляцию лыжных гонок. А прямо сейчас на площадке уже работают наши коллеги. Они пообщались со спортсменами. Давайте посмотрим. Жемчужина Сибири по-настоящему оживает, как кровь по ее венам. По трассам сейчас бегут лучшие лыжники страны, проводящие заключительные тренировки. Арена, конечно, тоже наряжается. Для болельщиков установлен специальный экран, который позволит следить за онлайн-результатами. Телевизионщики подготавливают последнее оборудование для того, чтобы показать вам самые яркие трансляции. Спортсмены, конечно, тоже соскучились по жемчужине Сибири после того, как весь сезон выступали на европейских трассах. Блин, я обожаю это место. Я считаю, что в России, да в принципе и в Европе, то есть очень жалко, что не проводят этап Кубка мира здесь, потому что относительно то, что в Европе площадки даже, где организуют Кубок мира, они не такие. То есть там, блин, поле стоит, за 2-3 дня привезли вагоны, привезли это, и все, марафетный вели, как бы такой. А по факту, то есть там ничего нету. То есть европейцы, я думаю, которые сюда приехали бы, они обалдели просто от размаха вот этого всего здесь. Когда здесь действительно не шатер, там палатку накрыли, и что там люди грели. Тут построили чисто здание сразу. То есть, ну, блин, это же классно, когда есть такой комплекс, у тебя гостиница здесь, зал здесь, все рядом. Все спортсмены могут разместиться рядом, а не как бывают некоторые этапы, что ты едешь 20 километров по серпантину, приезжаешь, блин, у тебя голова кругом от того, что от этого всего, и тебе надо выходить на старт. Я думал, года 3 прошло, наверное, оказывается, 5 лет, да, прошел последний чемпионат, здесь был 5 лет, да. Ну, значит, классно вернуться снова сюда, в Тюмень. В этом году очень рада, что тут, и, блин, у себя дома, стены помогают. Я думаю, это будет хороший праздник, тем более, по-моему, зрителей пустят, и будет здорово. Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак и целая россыпь тюменских звезд побегут на домашнем чемпионате России. Денис Пецов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Глеб Ретивых и Татьяна Сорина. Все они подарят незабываемый праздник болельщикам. Билеты можно покупать в легкоатлетическом манеже, а в дни соревнований прямо здесь, в жемчужине Сибири. Турнир 27 марта откроет индивидуальный спринт. Билеты уже можно приобрести, цены очень демократичные, друзья, обратите на это внимание. А, правда, вот в этот раз не будет шаттл-басов, добираться до места нужно будет самостоятельно, на машине, такси, либо автобусе. Ну или всегда можно присоединиться к прямой телетрансляции канала «Тюменское время». А, обязательно смотрите, я думаю, это будет очень интересно.